Что это такой новогодний луч под елкой с шишкой? И кот, фу, скажи, светит. А как на вас не светить? Если против окошка вот так снимается. А, вот так сделаем. Зафиксировать. Луч. Фокусируйся. Совенок с шишкой. А ну, совёнок с шишкой. Идем синичек смотреть. Пойдем, лучик. Да, синички там. Так с другого окна удобнее. Где тут елка чешет? Пихта, которая. Да? Шезло. Ты синичку хотел поймать. Ты ж такой сыч. Ай, а поймал меня. И что теперь? М? Давай вместе смотреть на синичек. Или они там уже все съели? А, это синичка хочет мяса. Вон она сидит. Она вот сюда прилетала за индейкой. Чё, луч? Давай отойдем вместе, и она прилетит. Мы посмотрим. Да? Смотреть на луча. Который поймал меня вместо синички. Улетел на свой наблюдательный пост. Пункт, пост. Что у него там? Смотреть. Ну и где эта синица? А соек так и не было. То есть после новогодних салютов они еще не прилетали. У нас только синички. Хотя сюда приходили голуби. Голуби — это плохо. Антикто они с котом? Синичники. Антисиничники. Они не любят желтых птичек. Теперь он будет ее ждать там. Она сидит вон там на ветках. Синичка хочет мясо, а лучик хочет синичку. Скажи, подайте мне ее сюда. А то с плюшек есть нельзя. Синичек нельзя. Вон она. Кого-то можно в этом доме есть? Есть гусеницы, лучик хочешь? Эти синички можно сверчков попробовать кинуть. Потому что она явно вон какая пухлявенькая и холодно. Это, кстати, девочка-синичка. Луч уже из-за этой синички два раза головой в стекло врезался. Решил не отходить далеко, чтобы сильно не втыкаться. Луч. Вон она. А это другая синица. Это за орехами пришла, это не за мясо. Нет, отсюда нам ее не видать. Лучик другую выслеживает. Пока вот они собирали орехи, лучик терпел. Но за мясо он не позволит такого.
Погромче, лучше. Чего там лучше? Не поймал. У тебя лучик никак? Что же за такие синички, скажи, такие неуловимые-то, а? Скажи, с Нового года орехи по двойному тарифу. А у них он лежит. Бедный сычек.